Привет, YouTube! Привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews! Приветствую всех любителей рыбалки на канале Technics Reviews! Сегодня мы будем делать поводочницу. Что такое поводочница? Поводочница – это устройство для крепления и транспортирования поводков, которые обычно вот так вот валяются. Но их можно систематизировать. Для того, чтобы изготовить поводочницу, нам потребуется кусок каремата, пенки, или как это называют там, каремат, пенка, коврик туристический, то есть как угодно. Нож, которым мы вырезаем этот кусочек каремата. Старый школьный пенал, который уже дети исписали и выбросили. И китайские булавочки. Каким образом будем поступать? Я пока пенал убрал в сторону. То есть, ну, здесь нужно сказать, что пенал сделан по, вернее, поводочница вырезана по размеру пенала, для того, чтобы вот так вот можно было перевозить. Теперь я пенал отложу в сторону и будем делать поводочницу. Для этого извлекаем из упаковки булавочки. И хорошо использовать такой каремат, потому что на нем вот есть клеточки, то есть своего рода разметка. И вкалываем иголочку в торец каремата. Отступаем две клеточки и еще вкалываем иголочку. Или булавочку, как это правильно называть. Я не знаю. И таким образом продолжаем до заполнения. Вот практически наша поводочница готова. То есть лишние булавочки убираем в сторону. И теперь будем в поводочницу поводки. Петельку поводка одеваем на булавочку, а крючок вкалываем на той же линии в каремат. Вот таким образом. Берем следующий. Вот в таком виде закладываем пенал, закрываем и едем на рыбалку. Это ничего не весит и в то же время является очень удобным и продуктивным приспособлением. Вот это то, что я хотел сегодня показать. Мы с вами буквально в течение нескольких минут изготовили такое полезное приспособление – поводочница. На этом сегодня все. Пока-пока.